Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня предлагаем вам ознакомиться с мнением нашей подписчицы о бесплатной карте Яндекс.Плюс. При оформлении карты вы можете выбрать, кто будет эмитентом Альфа-Банк или Тинькофф. Наша постоянная подписчица выбрала Альфу, так как карта Тинькофф у нее уже была, и она ей осталась не совсем довольна. Быстро оформить карту вы можете по ссылке, указанной в шапке описания. Первое – это то, что она полностью бесплатная, быстро доставляется сотрудникам банка и быстро оформляется. Второе – это, конечно, кэшбэк. На любые покупки он составляет 1%. Третье – это повышенный кэшбэк, а именно Яндекс.Такси 10% и 5% на других сервисах Яндекса. Также кэшбэк 5% распространяется на все рестораны, развлечения, спортивные товары и образование. Начисление происходит обычно 15 числа следующего месяца. Четвертое. При общих тратах за месяц более 5000 рублей Яндекс.Плюс будет полностью бесплатным, что составит 169 рублей экономии ежемесячно. Пятое. Ежемесячно 1000 рублей беру бонусами на покупки. Шестое. Дополнительно 10 гигабайт и скидку 30% на покупку места. С картой вы будете получать назад 5% со всех платежей по любым тарифам. Седьмое. Скидки от 5 до 12% в Яндекс.Драйве. И много еще других бонусов вас ожидает при оформлении карты Яндекс.Плюс. Наша подписчица вполне довольна новой картой. Подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарии. Здоровья вам и вашим близким!